нужно жертвовать собой, чтобы Чарли не страдал. Он взрослый парень, он справится. Перший пішов. Я еще под впечатлением, тупо озарёванная, тупо капец, сопли, и прическа не очень, вообще макияжа нет, но я не могу не заснять этот момент, когда тупо слезы льются. Вряд ли вы видели у меня такое состояние в Инстаграме, но это слишком красиво, слишком трогательно. В общем, на шопинге с моей сестрой, вот она присела, что-то подняла, потому что что-то упало. И мы сейчас в магазине. И ось, мы уже добрались до кассы. Добрались. Боже, де мої очі? У мене теж, коли я роблю так, і вони кудись пропадають. Буває.